В Кувейте приступили к очистке прибрежных вод Персидского залива от мусора. Причем характер загрязнения в регионе весьма специфичный. Специалисты поднимают на поверхность обломки сотен кораблей, затонувших во время войны в Персидском заливе. На сегодняшний день команда дайверов собрала с морского дна 170 лодок и катеров. Военный конфликт в Персидском заливе начался 2 августа 1990 года. Тогда Ирак под руководством Саддама Хусейна вторгся в соседний Кувейт. По данным ООН, в ходе конфликта было подожжено 700 нефтяных скважин и затоплено не менее 80 судов, загруженных нефтью. Последствия для экологии были катастрофическими. Мы подумали, почему бы не начать подъем лодок и кораблей, потопленных в кувейтских водах, чтобы уменьшить ущерб, который они причиняют. Эти затонувшие суда содержат нефть и топливо, которые наносят вред морской среде и представляют значительную опасность морским обитателям. Обеспокоенные проблемой загрязнения и в Индонезии, к примеру, на острове Бали, экоактивисты сейчас стараются очистить реку Денпасара от пластика. В последние годы эта водная артерия практически полностью покрылась пластиковым мусором. По словам специалистов, это результат ошибок в управлении водными ресурсами в регионе. Ее разрешение – ключевой вопрос в борьбе за сохранение местной экосистемы.